Холодно? Нет. Это камера. Нет мармеладок? Нет, сегодня нету. Не положили в раздевалку. Хороший опыт. Вот, хорошо, что вернулся, так скажем, без травм. Вот, выиграли две игры. Вот, поэтому все отлично. Первый матч гол. С пенальти. Да, да, гол. Второй гол. Маме посвятил. Вот, надо было в первом папе посвятить, конечно, что-то не подумал об этом. Вот. Ну, первая игра получилась такая достаточно легкая, а во второй игре китайцы сели в оборону, и было тяжело их скрывать, да, поэтому, когда забили, все очень радовались. Китайцы, они играли в глухую оборону против нас, больше как опыт, как вскрывать такие команды. Что успел посмотреть в Китае? Мы ездили на экскурсию, честно, не знаю, куда там. Там 3 часа в одну сторону, ехали 4 часа в другую, пробки, вот, там куда-то ходили, где там достопримечательности смотрели, вот, но я не помню, как называется. Все нормально, мы когда туда летели, спали, поэтому, может, так переключились, вот. Еще, можно сказать, про еду там, она вся острая очень, то есть соскучиться по русской еде, так скажем. Ну, ты сейчас вернулся, в каком состоянии, в каком самочувствии? Да, на самом деле, отлично все, состояние, настроение, супер. Очень рад вернуться. Я только 2 тренировки успел провести. Вот. Но ребята тоже все в отличном настроении. Тоже много кто был в сборной. Вот. Поэтому очень сильно рад всех видеть. Температура воздуха понизилась, это не проблема? Да, понизилась на самом деле. Но нет, не проблема, готов к этому. Что скажешь о Химках? Мы с ними встречались. Уже разбираем сейчас, как играть против них. Вот. Команда только вышла в премьер-лигу. Я думаю, им есть что доказывать. Вот. Поэтому нужно настраиваться. После Химок играем с Ростовом, там, я думаю, у тебя, ну, много шансов сыграть в старте даже. Насколько тяжело найти мотивацию в матче, когда уже первое место в группе заняли? Я не скажу, что тяжело, надо выходить, играть, там, забивать голы, отдавать передачи, выигрывать, чтобы победная серия только продолжалась у нас в кубке. Мистер, во сколько завтра тренировка? С утра завтра или вечером? Вечером, да? Все, отлично. Чего? Надо вот так делать. Спасибо.